Соревнования прошли хорошо, как и в принципе планировал, кроме результата. На самом деле я рад. Я наконец-таки взял шест, который мне нужно было, с которым я 2 месяца очень сильно боролся. Я действительно рад, что наконец-то смог его пропереть, поднять хват. На самом деле с утра я думал, вообще не знаю, как я буду прыгать. У меня нога очень сильно разболелась, голова разболелась, все было не для того, чтобы прыгать сегодня. Но собрался с духом как-то, с поддержкой любимой жены, тренера, и пришел, попрыгал. Мог, конечно, намного лучше прыгнуть, но 5.20, в принципе, тоже неплохо, я рад.